На горячую линию 119 избиратели смогут обращаться по всем вопросам, связанным с ходом избирательного процесса. Кроме этого, сегодня в правительстве будет работать пресс-центр, где в течение дня пройдут пресс-конференции с участием руководителя республиканского штаба первого вице-премьер-министра Мухаметкалея Абулгазиева, председателя ГРС Таирбека Сарпашева, замминистра внутренних дел Алмаза Урузалиева и председателя правления Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева по вопросам создания условий на избирательных участках, обеспечения общественного порядка и другое.